создать приложение для платформы Тайзи и помощи индустрии. Задание Юрий Путинов. Я исследую способы и средства разработки мобильных приложений в компании «Интерес». Также работаю там разработчиком. В свободное время делаю игры для мобильных платформ. И, в общем-то, обожаю все автоматизировать. Но это, наверное, следствие плана программы. Давным-давно писатель Томас Карлайл сказал замечательную вещь. Мэн из «Стулы изумления» взял толстый из нас, из толстого из этого. Эта фраза отлично показывает текущее состояние дел в IT-индустрии. Для решения любой задачи нам нужны тулзы. Тулзы должны быть правильными. Сегодня у нас будет такой план. Небольшое вступление, затем мы рассмотрим существующие подходы к разработке мобильных приложений, плюсы и минусы каждого из подходов, рассмотрим наш инструмент EventStream, сделаем выводы и, возможно, останется время на вопрос. Которая была такая техническая задача. Поехали. Мобильный мир. Мы сейчас живем в замечательное время, и, скорее всего, у каждого из вас с собой есть мобильный. Кстати, на следующем слайде он вам понадобится. Желательно с QR-код сканера. Так что достаньте, нащупайте, делайте на свой жизнь. Покажите, это самое быстрое, не надо никуда запасть. Итак, EventStream. У нас есть демки. Чтобы вы не скучали, вы можете вбить в этот рубль, желательно на тайзе устройства, если у кого есть девелоперское, и посмотреть, как это все работает. Я вам дам несколько минут, я же сам это сделаю. Обычно они произносят что-то вроде «What? Java
А лучшую практику вы можете прочитать за обедом и очень нужно делать предложение. Но для того, чтобы предложение публиковать, вам нужен мостик. Обычно таким мостиком является полгода. Давайте я вам немножко расскажу. Кстати, выйдите руку, пожалуйста, кто знаком с полгода вообще? О, классно! Вам будет интересно. Итак, примерно года 4 назад ребята из другой бизнес-центра закончили колледж, посмотрели текущее состояние дел мобильной индустрии, игровой индустрии и решили, а давайте мы возьмем веб-сайт, засунем его в другую растение на весь экран телефона. У нас будет все классно. Ну что, в общем, они и сделали. Она бы на это дело посмотрела, купила их. Но вполне HTML5, который идет примерно сейчас уже лет 8, я думаю, стал таким быстрее. Но ребята из Google сделали еще одну важную штуку. Они обеспечили возможность доступа к нативным возможностям телефона. Они это сделали за счет плагина. Плагин — это кусочек кода на Java или на JQC, который обеспечивает вам связку между JavaScript-ом в ключике и нативными функциями. В версии Blog 3, которого там все было очень печально и страшно. В третьей версии они ввели порядок. Теперь каждый разработчик может написать свой плагин и разместить его в репозитории плагинов и использовать. На тестовое устройство нам это даже не понадобится, потому что мы можем обращаться к нативным устройствам, к нативным возможностям телефона через JavaScript прямую. Но если вы планируете читать ваше приложение не просто на тесте, вам нужно это знать. А дальше все просто. Собираем приложение, пакуем и используем стор. В общем, это просто. Вообще-то есть проблема. Главная проблема в этой разработке, вообще, в этой технологии, то, что на каждом шаге вниз к нативному UI миру мы собираем все верхние проблемы. Сначала мы собираем проблемы браузера. После этого мы собираем проблемы мобильных браузеров. А потом мы собираем проблемы UI миру. И поверьте, для каждого устройства они очень уникальны. А скорее всего, для тайзинг устройств там тоже есть проблемы, это просто проблема. Что же делать? Смотрите, плюсы и минусы. Нативный подход. Ну это вообще, это сравнимо просто с сексом и с презервативом. То есть это полный хардкор, вы можете делать что угодно, но это может вам обойтись очень дорого, очень долго и очень сложно. Но я люблю этот подход, его нужно как раз попробовать. Я не люблю кодировать. Гибридный подход. Это кросс-платформа. Для этого вам нужно написать кучу CSS, чтобы все это выглядело как нужно. Это довольно-таки дешево и быстро, потому что все-таки JavaScript разработчики дешевле нативно. Это можно проверить в классе. У вас, естественно, будет единый кодбейс на JavaScript. И особенно важно, у вас будет простой переход в NetMobile. То есть если вы в студии, которая клепает сайт, и заказчик требует от вас дополнительного веб-приложения в виде бонуса, вы это сделаете очень легко. Но есть проблемы. Во-первых, это проблема производительности. Все-таки через двигатель улицы будет очень-очень медленно. Проблема недостатка памяти. Это вообще интересная история. У нас были пользователи, у которых приложение падало в связи с нехваткой памяти на iOS, на iPad. Мы провели синтетический тест, сделали 300 айфонов. Списочек обычно. Повернули в эту пульсу, да, перевернули, все упало. Написали в этом, говорят, ребята, что же такое, все падает. Apple довольно быстро, через полгода ответил. Вот. И сказал, ну, если версию 7.1, попробуйте. Мы потом проблема решилась. Добавили еще 200 айфонов, все упало. Так что, будьте с этим аккуратны. Ну, естественно, лаги адресов, и иногда такие элементы. С этим вам всем придется жить, если вы решите пойти на путь гибридную разработку. Но вообще-то есть решение. Пусть все нужны, но решение. Это наш продукт, Ubuntu. Розум, напиши один раз и размножи это вообще везде. И, кстати говоря, мы большинство проблем протестили за вас. У нас есть небольшая фирма.
еще одна важная вещь. Так как большинство наших пользователей оставили данные, какие могли бы контакты делать экспресс с утепишем элементе, мы ориентируемся на Visual Studio. Соответственно, у нас очень много рекомендаций для экстрима с Visual Studio. Вам достаточно запустить инсталлятор, вам это стыкнуть, и у вас появится много этих проектов для экстрима. Но если вы пишете себя в Visual Studio, вы можете взять зипник и, в общем-то, дальше делать все, что угодно. Хоть в Eclipse, хоть в Sublime, то есть это не будет проблема. Начали буквально вчера, я хотел рассказать о создании быстрого приложения и подсчета скидок в тип калькулятора. Я даже его сделал, застрешил его, но оно мне понравилось, оно было как-то совсем не Enterprise. Поэтому я решил сделать что-то похожее на Enterprise. У нас будет приложение, которое будет представлять view над существующим дата-сервисом. Для начала мы создадим собственный дата-сервис и существующий базовый. Это делается бывает в PPI с внедрением существующей базы, выбираем, где эта база мы скажем, выбираем поля, которые нам нужны. Обычно так бывает такая большая-большая enterprise система, и нам надо что-то показывать, сколько там продали, сколько чего, какие графики. В общем, сервис у нас готов, запускается. Отлично. Теперь мы можем сделать обидное положение. Мы выбираем. Собственно, далее мы выбираем, что мы хотим. Веб-приложение, мобильное приложение, микро-приложение, бизнесное приложение. Мы хотим сейчас все. Выбираем тип навигации. Там здесь слайд. Выбираем, какие вышки надо заменить. Кстати, заметьте, мы пока еще не писали настоящий код, что, в общем-то, классно. Потому что большинство пользователей не любит писать код, не любит. Все, приложение готово, мы запускаем его в нашем симуляторе. Я не стал делать скриншот в тайзе симулятора, потому что очень люблю старый автомобиль симулятор 6. Я его сделал знак памяти. Это очень хорошая была система. Наше приложение уже работает хорошо. И оно работает как на десктопе, так на в Японии на Windows Plus и, естественно, Tizen. К сожалению, Tizen симулятор у меня на MacBook Pro название появилось совсем. Ну, то есть, без загрузки. Но ребята сказали, нет, значение скорости. Поэтому я не могу указать, как это скорость. А я могу скорость поставить. Далее. Если мы хотим как-то закастомизировать наше приложение, у нас есть полноценный дизайн. Большинство пользователей, которые нам пишут о своем опыте создания приложения, делают так. У них есть некоторые ПЗ и картинки. Они запускают вот этот вот дизайнер, накидывают туда контролер, ну, которые должны быть. Далее немножко кастомизятор уже ходит, прям ставят на место, и все. То есть они пишут очень-очень мало кода, но делают приложение, которое их устраивает. В общем-то, следующий шаг — это внешка. Немножко тоже реализовано у нас полноценным языком, и все, что вам нужно, это прописать, допустим, для iOS provision файл и сертификат навигации. И все, дальше можно нажать build, и все будет работать. Для Tizen то же самое. Это очень-очень удобно. Опять же, повторюсь, это удобно не для хардкорных гигов, а для обычных людей, которые нужны повседневно. Боится им надо попомнить скафандр сделать, и более того. То есть им не нужна скорость, им нужно просто приложение, которое будет работать везде, будет выполнять модные принципы био, и он будет очень легко и быстро сделать. Кстати, вы заметили, мы пока что еще ничего не написали, никакой скучный код. А приложение у нас готово. Мы можем его деплоить, то есть просто пользоваться. И вообще, это замечательно. Вот так вы можете очень быстро сделать приложение на эти 7 миллионов. Если идея, конечно, хорошая. Естественно, фантазия. Итак, что же такое Eustream Trance? Это инструмент, или тулза, которая позволит вам сделать приложение классное и обеспечить просто автономность. При этом у вас будет соединение.
Для устройств через нативный HTML. Но пользователь это будет полностью прозрачный, то есть у него код будет сравнить один с продажами на занятия. Просто попробуйте. Далее, для людей, которые в основном работают с Microsoft, нужно вспомнить у нас код интеграции. Соответственно, мастера ниже вызовы для создания приложений для разных платформ и факторы. Мастера для создания приложений на основе данных. Инструменты для подготовки нативных пакетов для iOS, Android, Python и так далее. И, естественно, дизайнеры, помимо визуализации данных. То есть, если мы делали какой-то чат в приложении, нам вовсе не обязательно обращаться в коду, как это снизить код. Есть специальный дизайн, где мы можем все это сделать визуально. Для некоторых пользователей это действительно важно. Вывод. Простой. Выберите свой путь. Помните, что HTML 5 будет. Естественно, если вы делаете игрушку, вам нужна производительность. Ну, у вас не получится сделать игрушку, для этого работы это практически нереально. Но если вы делаете интерпрайз приложение, которое не обязательно должно быть быстро, это очень хороший вариант. Кстати, ссылочку на веб вы можете в нашем подписке. А еще наша компания, Developer Express, занимается не только вот этим вот кусочком для разработки мобильных приложений. Еще мы делаем инструменты для составления отчетов и глубокого анализа данных. Также инструменты для увеличения производительности разработчиков. И инструменты для разработки офисных приложений. Вот главное, правую руку управлять, это HTML5.js. Все остальное, это то, чем занимается наша компания. Также много наград, это довольно известно. И если вам нужно сделать интерпрайз, это отличный выбор. Спасибо. Спасибо большое.